Привет, подписчики и зрители канала. Мы наконец-то продолжаем проходить Боу-симулятор. Наигралось уже аж 13 часов. И при этом мы выкупили всю технику. Всю возможную технику. Нет, надо показать. Так, оп. Вот, выкуплена вся техника. Даже башенный экран выкупил. Непонятно только зачем, еще не пользовался им. Что ж, давайте начнем выполнять миссию. Ну как миссию, это тендер. Самый максимальный, который здесь есть, тендер. Это. Много тендеров. Вот. На постройку школы. Будем строить школу. У-у-у! Так, начинаем копать. Много копать надо, интересно. Ну, копать, наверное, надо много. Вот, кстати, как выбирается вся техника. Хоба, экскаватор. А куда хоть надо ехать-то? Ехать. Вот, кстати, близко. А. Ну да, я только что закапывал здесь трубы. А теперь нужно построить прямо здесь школу. Так. Где мои флажки? Не флажки, ленточки красные, полосатые. Они тут вообще есть? Так, а здесь копать ли надо? Так, стоп, что-то я не то делаю. Нужно приехать, нагрести, значит, здесь надо не экскаватор, а вот такую вот штуку. Штука самосвал называется. Вот, кстати, кран. У-ху! Кстати, клевый кран. Наверное, еще не пробовал. Так, покатились. О, щель в заборе. Да, попал. Так, на месте карьеры у нас стоит фронтальный погрузчик. Так, опять промазал. Отсюда нет выезда. Стоит фронтальный погрузчик, будем фронтальным погрузчиком сейчас погружать песок или грунт какой-то там и отвозить его на место строящейся школы. Ну, я так думаю. Да, ладно. Флажков не видно, значит, надо куда-то сыпать. Будем сыпать. Ту-ду-ду-дум, ту-дум. В итоге оказалось, нужно эту вот горочку экскаватором подгрузить, куда-то увезти. Ну, блин, у меня, в принципе, сейчас сделаем вот так вот. Вот так вот. И закинем все-таки в грузовик. Тут есть еще какое-то место, мы в грузовик и закинем. Можно, конечно, и немножечко схитрить. Так. Высыпаем немножечко грунта. Немножечко отъезжаем. Думаю, хватит здесь всякого грунта. Так, ну, давай опустились. Все, давай вниз опустили. Все, поехали. Все-таки казалось, что надо было загрузить, закинуть грунт в кузов, а туда отвезти. Тут же как? Тут же без бутылки не разберешься. Особенно, когда не понимаешь, что написано. Тык, вот. Вот, зашевелилась все-таки эта зеленая хрень. Зеленая полосочка прогресса. Можно ее назвать вот так вот. Так, здесь. Так, проезжаем немножечко вперед. Так. И вот. Так, все, выполнили. Теперь нужно, наверное... надо съехать с места. Так. Так. Нажимаем, собрались. Покатились. Тык-тык. Где моя красная машинка? Машинка красная. Вот моя машинка красная. Так, поехали. Да, поехали. Еще застрять осталось.
Кстати, в этой игре я умудрялся несколько раз застрять в текстурах. Не то чтобы все машинки собирать. Я мог еще умудрялся на забор сесть средним мостом. Средним, даже не на мосту, а как на днище повисал. Так, вот, съехали. Миссия выполнена. Теперь нужно нам укатать все это виброкатком. Так, где наш каток? Каток, вот каток. Вот виброкаток. Так, это я точно знаю, что здесь виброкаток надо. Осталось придумать, как на нем доехать. Потому что это прелесть. У него нету автоматического управления колес. В принципе, колес-то немного, и управлять-то тут нечего. Но сейчас поедем. Поедем на разборке, на катке. Наверное, только в России на катке на разборке ездят. В принципе, можно было, конечно, на траву его поставить. Так быстрее бы доехать. Ну и как бы, в принципе, тут недалеко и ехать, пока этот трал прикатишь, пока его загрузишь, пока на нем доедешь, пока его выгрузишь. Пройдет много-много времени. Кстати, тут можно сквозь деревья проезжать. Сквозь деревья можно проезжать, а сквозь столбы нельзя, сквозь знаки нельзя, вон, сквозь машины нельзя, которые постоянно собираю передним бампером. Да и задним, я всеми боками уже обтер эти машины. Так, тут где-то есть перекресток, за который постоянно штрафуют. Интересно, сейчас штрафанут за превышение скорости. Нет. Вон, ограничили в 30 км в час. Мы едем 10, так что нас не штрафанут, мы клевые. Нас никто не штрафанет, ура! В принципе, на 50 центов штрафуют. Или франков. Наверное, все-таки центов. Так, подъезжаем. Финишная прямая. Уже есть красная ленточка. Включаем виброкаток. И полетели. Вау! Больше всего не понравилось управление вот этим вот катком. Блин, это что-то. Что-то с чем-то. Как вот им управлять? Как? Ладно бы у него в прямое положение возвращался руль. А у него ведь ничего не возвращается. И вот как червяк ползаешь, как змея. Так. Вот, прямо, прямо, прямо едем, все, вот, прямо. Прямо это не про меня. Ладно, сейчас что-нибудь укатаем. В принципе, я уже якобы половину укатал, почти половину. Так что не все так страшно. Сколько-то укатаем, сколько-то нас отпустит. О, половина готова. Так, мы близки, уже близки. И... Ну, выскакивает табличка. Вот, табличка выскочила. Выключаем вибру и покатились. Покатились, полетели. 10 км в час, полет нормальный. Все, съехали. Так, загрузка. Ух, теперь нужно будет миксером. Миксером крутить. И где у нас бетон-насос? Оба, вот бетон-насос. Так, как-то бы здесь развернуться. А,
Уже сейчас как этот, как профессионал развернемся. Ну или почти как профессионалы. Задком. Задком, задком. Оп. Почти. Оп. О, вот. Говорил же как профессионалы. О, даже зеленого не задел. Что может быть круче? Так, надо бы где-то здесь как-то так припарковаться. Тык-тык. Чтобы наши клешни... Стоп. Стоп. Нет, не так. Так. Вот, расставляются у нас клешни. Сейчас будем тупать на клешнях. Хова. Так, нет. Надо сначала... У нас есть что-нибудь в миксере? У нас почти полный миксер. Почти наполовину полный. Или наполовину пустой. Но не важно. Главное, зеленый. Кстати, здесь очень много теперь четырехосной техники. Самосвал четырехосный. Бетон-мешалка четырехосная. О, заехал. Даже насос бетонный. И тот. А-а-а. Понаставили там знаков, не знаешь, как объехать, а? Так, 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 так. Так, эту хрень нужно куда-то повернуть. О, включаем. Все, миксер заработал. Оп. Теперь вот так вот. И начинаем расправлять, не знаю, как это назвать, хоботом назовем. Так, повыше, пониже, правее, левее. Все, расправляем. Так, выше, выше, выше. Хоба. Вот это мне понравился такой аппарат. Даже в компьютерной версии он был офигенен. Все фигня, вот это вот зашибись. Бетонный насос как-никак. Хоба. И пошел бетонный насос. Оно работает. Эй. А дальше что? А, ну да. Надо же немножко отъехать. Хоба. Сейчас мы тут все забетонируем. Так, поднимаем. Так, нет, не так, вот так. Или так. Как-то так. Ну, блин, довольно-таки нудная эта работа, но довольно интересная. По сравнению с катанием на катке. Ну, по крайней мере, мне нравится. Вот так вот. Поливал, поливал бетоном, пока бетон не закончился. Надо ехать за бетоном. Эх, думал, мне хватит хотя бы бетономешалки. Кажется, здесь такая поверхность большая, что надо будет много бетона. Нужно больше бетона, как золото. Заливаем бетончик. Думаю, мне хватит одной бетономешалки. Может потом... Так, кстати, есть там дальше по миссии. Где мой тендер? Тендер. Так, раз, два, два раза бетонировать надо. Первый, второй, ну или первый, второй, ну да. Тут много чего выполнять надо будет, так что, хоба. Так что есть еще, что сделать. Тык, и, давай, поворачивайся, поворачивайся. Хоп, нет, пропала. Пропала собака, вот так. Так. Так, продолжаем бетонировать. Так. Табличка вылетела. А у меня как бы еще ничего не почти до конца. Ну ладно. Если говорят, что забетонировано, то мы будем тоже халтурить и будем вот так вот складываться.
Так, нужно съезжать с места преступления. А, даже как, у меня же следующая миссия, нужно будет снова бетонировать, и снова придется ехать сюда же, да. Алле, оп, так. Нужно будет... Ух, полетел. И как теперь отсюда выбираться? Ну-ка. О, вернулся. Частенько в текстурах застреваю. Ну, не помню, на самом деле, в Bull Simulator, как это было, как в компьютерной версии. Но здесь застреваю довольно часто. Так, нужно как-то развернуться. Ну, судя по всему, что есть дырка в заборе, значит, можно развернуться где-то вот здесь. Да, вот здесь. Хоба, и развернулись. Замечательно, замечательно. Даже ни один забор не помяли. И в текстурах не застряли. Так. Что ж тут надо поднять такое? Опа. Такого я еще не встречал. Честно скажу. Чтобы на двух поддонах лежало. Что ж с этим делать-то? Ну, судя по тому, что тут написано. Тут написано непонятно что. Тут все вечно не по-русски написано. Ладно, будем расставлять клешни. И так. Так. Будем расправляться. Оп. Ну вот, значит, нужно подцеплять этим крючочком. Крючочек, давай. Так, так. Подцепить. Поднять. Опа. А, о, поднимается. Я думал, не поднимается. Так, так. Так. Что-то как-то не так. А, ну так норм. Так, думаю, мне здесь хватит места. Так, что получилось? А, кстати, здесь можно и так по высоте, ну, по высоте, по ширине накидать. Так, так, так. Кстати, почему-то здесь этот тросик, трос не опускается. Обычно в симуляторе было такое. Ну, там, правда, было это у крана, а не у манипулятора. Так, повернуть. Хоба, повернулось. Быстро вертится. Компьютерная версия так быстро не вертелась. Тык. Ну, в принципе, это и не компьютерная версия. Оп, оп, скинули. Ну, почти скинули. Так, халтурим. Опа. Так. Так. Закрылось, закрылось. Что еще надо? Так, в другую сторону. Все, опускаемся. Опять что-то пишут не по-русски. Как бы по-английски-то немножко понимаю. Но настолько немножко, что не понимаю. Здесь слова не совсем разговорные, а скорее такие технические. А технические слова так просто не понять. Ну, по крайней мере, мне. Так, поехали. Едем, едем. Правда, едем не по той дороге. Но, в принципе, здесь все дороги идут туда, куда надо. Опа, поворачиваться, поворачиваться. Тык, тык. Ну, думаю, если я заеду так, то хрен, что у меня получится.
Все-таки придется разгружать самого себя. Так, клешни. Какие тут клешни? Тут маленькие такие. Даже клешнями не назовешь. Прям безобразие. Так, расправляемся. Оп, оп, оп. Хова. Поднялась. И теперь нужно будет их скинуть. Ну как скинуть? Аккуратно положить. Хоба. Аккуратно, аккуратно. Положили, положили. Почти даже в квадратик попали. Почему почти? Попали. Так. Так. Оба. Поднимаем. Поднимаем. Поднимаем, опускаем. Хоба. Попал. Эй, говори, попал, попал, да, попал. О. Табличка вылетела, значит попал. Так. Обратно затаскиваем клешню. И поехали отсюда по-быстрому. Так, опять миксер. Да что ты будешь делать, а? Так, давайте насос. Мы насосы, мы насосы. А, в принципе, здесь не так все страшно. Ну как, в принципе. Так, распускаем клешни. Оп. Интересно, мне хватит заполненного бункера, чтобы заполнить эту вот штуку. Опа. Оказывается, эта штука-то может расправляться и в другую сторону, а я что-то даже и не в курсе. Так, куда хоть? Куда-нибудь. Оба. О, сыпется. Хватит или не хватит? Наверное, не хватит. Надо будет все равно насос подгонять. Насос. Миксер. Так, 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 стоп. Ну да, стоп. Так, расправляем. Аккуратно. А, ну вот. Хоба. Ит! Какие-то пальцы у меня короткие. Надо тоже отращивать, оттягивать. Брать так вот палец и оттягивать его. В принципе, один другого достает. Че еще? Че еще? Эй, че еще? Опять что-то не то сделал. Вот. Так, так. О, сыпется. Сыпется, прямо льется. Не понял. Пустой, что ли? Да ладно, не пустой. Стоп. Стоп, стоять. Оба. Сыпется. Сыпется. Так, а если это тоже заполнять бетоном, то там все практически бетономешалкой и миксером, ой, миксером, и бетон-насосом все нужно будет заполнять. Причем каждый раз надо будет его собирать, бетон-насос, разбирать. Эх, надо было, наверное, немножко подальше отогнать. Вот готово, халтурим. Так, складываем клешни. Все-таки, наверное, придется
часто отъезжать с места на место, чтобы началась новая миссия. Так, вроде отъехал. Значит, нужно миксер отогнать. А, ну в принципе, если с дороги... Опять, вот опять же миксер. Опять же нужно заливать все бетоном. Так, ну что ж, давайте сдавать назад. Интересно, если... Так, вот так остановить. Тут, блин, еще столб стоит, который, наверное, мешаться будет. Так, нет, надо немножко покрасивее. Тут немножко... Нет. А, ну, в принципе, на дорогу... Как только с дороги съезжаем, так сразу у нас все пропадает. Ну, как бы... А-а-а, столб мешается. Мешается, ага. О, крабик. Всем крабик, крабикам крабик. Хоба, опускаем. Где наш миксер? Подъезжаем задом. Так, стоп. Оп. Все, понять не могу, почему же мне постоянно все сбрасывается. А у меня, оказывается, бетон-насос сползает. Сползает вниз по горке. А, нет. На этот раз у меня бетон закончился. Ну, в принципе, тут не суть. Понаставили тут экскаваторов. Поеду опять за бетоном. Нужно больше бетона. Так и съездил за бетончиком. Так, и давай заполняйся. В компьютерной же версии надо было постоянно как распределять бетон. Вот это вот как стены-то бетонные или не стены, как они называются. По мере заполнения. Там, по-моему, было по полоскам. Опять нужно съехать. Так. А если мы съедем только... Ну, в принципе, мы тут уже хорошо так съехали. Почему-то зашевелился у меня бетонный насос. Ай. А, нет. Значит, можно так делать. Ну вот, опять нужно... Да, опять ту-дун-ту-дун. Так. Это нужно сначала миксер. Сначала надо было все-таки миксер. Правильно, правильно. Так. Включаем миксер и идем на вот так. В обычной компьютерной версии надо было как по полоскам, как бы они были сами эти, как они, ай, то, что куда бетон нужно разливать было, они были распределены на полосочки. Как бы вот эта вот полосочка одна, эта полосочка одна, и вот эти полосочки именно нужно было заливать. То здесь просто льешь и все. Ну, как бы расползается сам бетон по периметру. Ну, чуть-чуть. Ну, все. Так, и снова нужно, если мы нажмем вот так. Нет, все-таки нужно каждый раз нужно выгонять с поля технику. А на этот раз еще надо и насос сдвигать. Тык, тык. Ну, насос, в принципе, я не здесь ставил. А. Опять нужно катиться за поддончиками. Причем поддончики опять надо будет подцеплять. Ну ладно. Не так это все страшно. Так, я знаю короткий путь. По-моему, здесь должно быть гораздо короче. По крайней мере, немножко короче. Так, да, опять нужно цеплять их. Эх, какая досада.
Стоп, расставляем клешни в очередной раз. Тык-тык, и вот так. Так, халтурим. Так. Ну, почти сложилось. Вот здесь вот я умудрился сесть на днище, сесть на забор вот на этот вот. Кстати, вот на этом же погрузчике, манипуляторе. Пришлось заново миссию начинать, потому что ну никак его не сдвинуть было с места. Ну, совсем никак. Так, я здесь на этом месте дом строил. Куда дом дели? Сволочи, куда дом дели? Вот в компьютерной версии тоже было офигенно. Подъезжаешь с разгону, боком заезжаешь. Ну, как вот эти вот бортики опускаешь и бочком. Хоба, и не высыпались. Высыпались и на место встали, куда и надо. А тут фиг вам. Сейчас вот нужно будет перекладывать все это. И компьютерная версия была офигенная. Тык-тык. Оп, подцепили. Опустили. Лепота. Хова. Оп. Так. Ровно ведь, ровно. Халтурим. И складываем клешни. Так, ну что ж, опять бетон-насосы. Опять нужно все расправлять, опять нужно все бетонировать. Так, клешни расставляем в очередной раз. Нельзя же поставить машину на одном месте. Ее нужно каждый раз сдвигать. Так. И надо еще миксер подгонять. Тут нужны столбики. Будем столбить сейчас нашу постройку. Оп. Так, вот эту хрень опускаем. Она не хочет опускаться. Еще раз опускаем. Да что ты будешь делать? Вот так вот. Ай-яй-яй. Давай, сыпай. О, сыпется. Пока она сыпется, нужно мешалочку подвинуть. Опять же, мешалочки, наверное, не хватит. Это нормально. Так, мешалочка, двигаемся. Оба, включаем миксер. Переключаемся обратно на насос. Так, сюда заполнил. Так, ну давай. Вот, даже пониже опущу. Тут сколько столбов-то? 3 столба, и все. И ради этого расправляю целый бетонный насос. Безобразие. Вот, сыпется. Так, и... Опа. Не, что, серьезно, что ли? А, вон они еще стоят, столбики. А я дотянусь до туда? Скромный вопрос.
Я, правда, сомневаюсь, но постараюсь. Так, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, как сказать, так, так. Попробуем опускать, и вот в это же время оп 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 тык дык дык тык тык тык. Какая прелесть. Поднимаем повыше и ну хоть к чему-то достаю. Грусть, печаль. Вот чуть-чуть вот чуть-чуть вот. Опять же вовремя столбы не посчитал. Оп. А все потому, что я там не ездил. А, ну вот, сюда еще можно засыпать. Эх. Ну, в принципе, не так все страшно. Нажимаем халтурную кнопку и складываем всю эту прелесть обратно. Тык, и покатились. Да что ты будешь делать? Так, расставляем клешни. Ну, в принципе, не все так страшно. Нет, в принципе, сейчас еще и бетона не хватило, тогда будет прикольно. Кстати, что там по тендеру? Что из всего этого мы выполнили, а что еще осталось? Еще надо будет бетон. Нужно еще бетона. Или не нужно? По-моему, последний. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так, расправляем. Тык-тык-тык, вертимся, крутимся, вертимся. Так. Так. О, сыпется. Сыпется и льется. Так. Что-то только не догоняю. Как бы... А еще один столб. Не надо? Ну и ладно. Не надо так, не надо. Что поделать-то? Будет столб без бетона. В чем проблема? Ни в чем проблема. Оп. Так, съезжаем с места преступления. Все, съехали. Так, следующая миссия. Нужно вывести мусор. Если я правильно понимаю, мусор мы вывозим вот на этом. Так, задом, 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 хоба. Так. А где же найти этот мусор-то? Это уже вопрос. Тут проеду, тут проехал. Так, ну это мой столб, я его знаю. Кстати, вот последний столб уже заполненный. Непонятно почему. А. Ох, да тут даже целых два. Два контейнера. Ты их сразу не заметил. Тык,
Задом. Задом я сказал. Оп, стоять. Два контейнера, это хорошо. Да. Хорошо-то оно, конечно, хорошо. А что-то я как-то криво подъехал, походу. Вроде ровненько. Походу криво. Так, подъехали вперед, вперед. Еще немножечко вперед. Так. Ну-ка, теперь. О, теперь можно. Так, снова надо отвезти в порт. Опять кривыми путями. С этими. Со шлагбаумами, с движными воротами. Так, ну давай, 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 открывайся, открывайся, ну. Ай. Так, теперь нужно сбросить. Ну, давай, давай. Оба, сбрасываем, складываемся. Так, поехали за вторым контейнером. Кстати, даже здесь появилась шкала, что... сверху зелененькая шкала. Вот она, вот она. Которая показывает степень выполнения, как с бетоном или с теми же маленькими поддонами, ну как маленькими. Так, как же теперь не надо тут. Так, попробуем интеллигентно. Задом проедем. Хрен там. Ну-ка, дубль 2. Не могу никак привыкнуть к местному управлению. Если раньше... Оба. Так. Да. Оп, 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 оп. Хрен там. Оба, оба, оба. Как тебе? Ай. Ну, вот, теперь встала на место. Понаставили тут своих насосов синеньких, и маленьким зеленым не подъехать. Так, ладно, думаю, сейчас-то у меня подцепится все правильно. Я ведь все правильно говорю? Да, подцепилось. Так, так, опа. И все, едем. Выезжать, как всегда, проще, чем заезжать. Так, это наш поворот, я так думаю. Без сдвижных ворот. Все, все правильно. Все, синий фургон. Я его боюсь. Ладно, хоть здесь людей нету. Давить нельзя никого. Ну, зеленый BMW, конечно. Ай, вот, вот так едем. А, поворачивай. Стоп.
Так. Вот. Очередная задача выполнена. Так. Здесь, по-моему, нужен будет... Что-то даже такое не знаю. Что же... Что же такое взять-то? Так. Карта. Карта. Расскажи мне что-нибудь. Что там? Вот там вот. Да. Так. Где у нас карта? Вот у нас карта. Что-то нам... Кстати, вот на этот завод я еще ни разу не ездил. А что там такое? Ладно. Еще понять. Так. Что-то... Я не помню, что этот значок означает. Честно. Честно не помню. Так, что-то такое выбрать-то. Ну, скорее всего, это будет кран. Или, по крайней мере, похоже на кран. Ну, думаю, надо наехать на манипуляторе. По крайней мере, я так думаю. Та! Все столбы собрал. Уже вроде тихонечко еду задом, все равно надо во что-то врезаться. И, наконец, найден вот этот значок. И значок этот, оказывается, на трале. Значит, нужно ехать на трале. Нужно на трале ехать на завод, искать там какие-то плиты и везти их туда, на стройплощадку. Почему я их не видел, этот значок? Потому что я еще не ездил на кране. Потому что это, скорее всего, нужно будет опять плиты. О, вот, кстати, строил бассейн. Ай-ай-ай, даже не показать. Ну, строил долго. Строил что-то полтора часа, что ли. Очень долго. Ну, в принципе, школа сейчас строится ничуть не быстрее. Я уже, наверное, час записываю. Ай-яй-яй-яй-яй. Интересно, надо будет здесь тащить кран. Блин, что здесь так много машин, а? Как вот сейчас буду поворачивать, а? Я еще на трале, ведь вы что? Эй, народ, да вы что делаете-то? Эй, ну... офигенно. Вы гоните. Походу, меня не пускают туда. Вот, наконец-то рассосались. Так, давай, заезжаем на завод. Так, нужно остановить трейлер. О, меня загрузили плитами. Первый раз вижу, чтобы плиты так возили. Они же раскрушатся. А, нужно еще подцепиться. Вот. Ай. Сейчас на первой же кочке все плиты потрескаются. Полопаются, не потрескаются. Так. А у меня такой скромный вопрос. А где я их сейчас повезу? Я же сейчас все подряд буду цеплять. Ладно, поедем широким путями по полям. По полям, по горам. Ну что-то уж больно широко. Широкое на широкое. Опять машин много еще ездит. Так. Пробуем правильно ездить по дорогам. Едем по дорогам. Ну,
принципе, по дорогам можно ездить, когда машин нету. Вот сейчас как в городе будет, надо будет крутиться, вертеться. Ай-ай-ай-ай-ай. А, тут сквозь текстуры пролетает. Ай-ай-ай-ай-ай. Вот, едем. Едем, едем. Так. Так. Эй, 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 вас слишком много. А я такой один, а вас так много. Уа! Уа! Я представляю, как здесь разворачиваться вот на этих тралах. Если все правильно проезжать. Так, так, так. Да! Еще его бортиков понаставили. Как вы сейчас на трали здесь подъезжать, а? Ну, в принципе, сейчас кран подъедет. И все станет по-нормальному. Опа. Так, вот так, да. Вот. Первый мой запуск крана, на нем я еще не сидел со времен ПК-версии. Так, 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 ага, а у меня тут все перегорожено. Так, ну сейчас мы аккуратненько, да, аккуратненько. Это трындец. Тут еще машины стоят. Вроде бы стройка, должны машины все разгонять. Почему здесь машины стоят? Красные. А, ну, в принципе, если красные, тогда можно стоять. Красная машина, все можно. Они же быстрее ездят, чем обычные желтые экскаваторы. Так, возвращаемся обратно на кран. Стоп. Расставляем клешни. Как тут выглядит клешни, интересно. Ну, даже плохо, неинтересно выглядит. Так, так. Ой, как все долго. Я думал, быстрее будет крутиться хотя бы. Так, так, опа. У меня такой скромный вопрос. Каким образом эта плита сейчас будет держаться на стенке? Ладно, я ее сейчас как-нибудь поверну. Так, повернулась, повернулась. Так. Втягиваем. Опускаем. Нет, не так. Вот так. Ровно. Ну, блин, ровно это. Ой-ой-ой. А это самое, как нужно еще ровнее? Куда еще-то ровнее? А, ну да. Ну так сойдет. Оп, подцепили. Крутим, крутим. И так, прокрутилось.
Опускать, опускать. А что, опускать-то нельзя, что ли? А, кстати, здесь работает наконец-то, что, как этот, трос. Трос таки работает. Так. Нет, не так. Вот так. Поднять повыше. Давай втягиваем, втягиваем. Аккуратненько. Оп. Оп. И... О, встала. Встала на место. Тогда хорошо. Так. Так, ставим третью плиту. Ну-ка, ну-ка. Ай. Пальцем так не дотянуться. Оп, все, встало. Осталась последняя плита. Последняя плита. И еще 40 подмиссий. Ну, наверное, не все-таки не 40, чуть поменьше. Так, так. Оп. Подцепляем. Так, последний квадратик. Квадратик, прямоугольничек. А, кстати, о, можно вот так нажать. Так, нужно выехать. Выехать. Занимаем игры. Что, все выехали, что еще надо? А, астрал стоит. Так, а как же нам сейчас? Эй, 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 проворачивайся. А, вот. Это конец был. Ай. Так, так. Оба. Выехали. Выехали, выехали. А, ну вот, выехали, наконец-то. Ой, опять нужно катиться за этими поддонами. Правильно? Правильно, опять нужно поддоны. Берем манипулятор. Манипулятор у нас стоит где попало. Как, в принципе, положено стоять манипулятору. Поставили, наконец, эти поддончики. Поддончики мы там и поставили, а вот теперь нужно снова опять миксер запускать. Так, надо как-то аккуратненько поставить здесь миксер. Так, расставить клешни. Сейчас опять надо будет, наверное, за бетоном ехать. Еще не смотрел, куда. Да, скорее всего, надо будет опять за бетоном катиться. Скорее всего, не хватит мне бетона. Бетона, бетона. Ай. Чуть все не поломал. Чуть все не поломал. Так, включаем миксер. Миксер включается. Так. Так. А, ну вот. Дофига бетона надо будет. А в миксере у меня почти пусто. Ну, точнее сказать, точно пусто. Поеду за бетоном. Уже когда, который раз уже. В третий уже раз, по-моему, еду. Если не в четвертый. За этим бетоном.
Надо миксер большой. Ну, в принципе, и жизни довольно много бетона требуется. Как я вовремя камеру выключил. Товарищи, я перевернулся. Решил, что я такой клевый, на горку залечу, залетел, ага. А, сползает. Ладно, едет. Едем за бетоном. Ну вот мы заправились бетоном. И нужно снова катиться на стройку. К нашему насосу. Тык. Аккуратненько. Хва. Задом. Стоп. Хоп. Эй. Хоба. Сыпется, говорю. Вот, сыпется. Сыпется. Так, ну что, заливаем дальше. Заливается. Что еще надо? Так, полный. Ну давай, полным быть. Нужно быть полным. Оба. Опять нужно съехать. Ну. О. О, сейчас удачно. Сейчас все гораздо удачнее. Так, снова нужно расправляться. Все-таки я нашел место, где можно ставить технику, чтобы каждый раз не переставлять. Так, хоба. Ай. Чуть отползли. Так, пускаем. Где у нас? О, сыпется. Все замечательно. Еще бы у нас бетонный насос бы не подвинулся. Так. Нет, не так вот. Так. Куда вот я еду сейчас? Я хрен его знает. Товарищи разработчики, исправьте как-нибудь камеру. Ну, блин, ну не видно, куда еду. Вот так и вот так. Думаю, разработчики меня услышали. Правда, искал на русском языке. Они меня поняли. Заливаем, а тут ни дверей, ни окон, ничего не будет. Все заливаем бетоном. Прикольно. Ну, в принципе, школа нормально. Бетонные стены, бетонные окна. А, нет, вон есть. Фанерками заложено, значит, есть проход вверх. А здесь ничего нет. Ну, да ладно. Так, складываем. Так, выполнено. Опять нужно вывозить мусор. Так, где наш мусоровоз? Опять нужно два бака катать. Поехали.
приехал. Как теперь за мусором приезжать? Ну, в принципе, можно сделать, как все нормальные люди делают. Вот так вот. Так. Теперь вот так. Сейчас еще хрен подцепится. Правильно я говорю? Правильно? Правильно. Ну-ка, теперь... Или опять не подцепится? Теперь мешается знак. Какой ужас, а? А, стоп. Мы сейчас его немножечко втянем. И у нас подцепится. Ни хрена не подцепится. Да что такое-то, ну? Ну, а теперь? Ну? Ну? Наконец-то. Да что ты свои BMW поставил посреди дороги, а? Как вот тут проезжать теперь, а? Как? Протиснулся. Сейчас еще давай в синенький врежемся. Блин, куда столько техники сюда поставили? Зачем, ну? Чтоб я мучился? Тогда ладно. Жесть. Это что-то. Так, я знаю короткий путь. Ну как короткий? Ну как путь? Ну, в принципе, по дороге еду, по дороге. Что еще надо? Ничего не надо. Ну почти по дороге. Жесть. Меня на дорогу выпускать нельзя. Что-то с каждой миссией все больше и больше техники по дороге ездит. Чё, ну посмотрите, а? Как здесь передвигаться, ну? Такой загруженный транспортом город, а? Все правильно сделал, все правильно. Давай, надо подцепить, надо срочно подцепить. Давай, опирайся в стенку. Я надеюсь на тебя, давай, опирайся в стенку. Какая прелесть. Блин, уже нервирует, а?